Татьяна, скажите, пожалуйста, почему именно счастье? Ну, потому что мы хотим, чтобы люди, которые к нам приходили, считали себя счастливыми, были таковыми и ощущали себя здесь такими. Скажите, пожалуйста, особенности вашего заведения есть ли какие-то? Чем отличается принципиально от других? В принципе, отличаемся, самое главное, от других, что мы первое кафе, мне кажется, которое в городе открылись именно в таком формате, во дворце спорта, фитнес-клубе. Не просто кафе, где есть спортбар, да, а именно кафе, которое предлагает меню фитнес для людей, которые занимаются фитнесом. Специально разрабатываются и диеты, и специально разработанные блюда, соответственно, нашим поваром, в соответствии с тем, что предлагают тренера. Это как бы основное, для чего открывалось это кафе. Вот, а так у нас присутствует достаточно широкий спектр блюд. Это и русская, и европейская, и японская кухня. То есть мы вообще ждем в своих стенах всех посетителей, не только дворца спорта, но и вообще жителей города. Я думаю, им тут понравится. У нас очень красивая атмосфера, хорошая атмосфера и красивая. Вид, красивая обстановка, очень вкусные блюда. В принципе, мы единственные пока в городе готовим блюда сувид, которые очень популярны в России. Это особый способ приготовления, который сохраняет все ценностные качества блюда. Но об этом, наверное, лучше расскажешь позже. Спасибо.